Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Вот в этом. Я знаю про шкафы с патрончиками, потому что мой папа разведчик. Надо открывать те, на которых цифры. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Ой, ой, сзади подползает! Вон там! Уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняют... Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо! Нет, небо! Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня! Сволочи! Опустите меня! Мой Сашенька там остался! Мой брат пообещал привести его назад!
Почему? Почему дура такая? Почему стала дура? Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Пусти меня к ней! Саша! Сашенька! Живой! Саша, здоровый? А где дядя? Как ты сюда попал? Дядя умер, мам. Меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я небо видел. Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Если бы он потерял сына, его бы это убило. И нас всех заодно. Спасибо. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Патронов не надо? Специальные антикризисные условия. Купи автомат и улучши свое экономическое положение. Тебе спасибо. Мужики, да вы с ума сошли! Снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Опускай лестницу! Тайсет, краны летучие мыши! Давай-давай, шнель! Идем один за другим! Тут все обледенело, так что поаккуратнее! У вас все оборудование при себе, шофер! Если мне придется возвращаться за ним обратно, я сломаю вам нос! Конечно, конечно, господин офицер! Я ничего не забыл! Итак,
давайте повторим. У нас есть 15 минут, не больше, чтобы открыть гермозатвор. Если не успеваем, отступаем на базу. Я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Страшновато тут наверху торчать. Посмотрите-ка, кто это у нас тут? Гермыслитель, а, он думает. А ты подумал, Швайн, что нам делать, когда эта жалкая станция будет нами захвачена? Как закрывать проход? Твоей дурной башкой? В общем, прекратить демагогию. Рейхсфюрер дал нам четкое задание. Захватить станцию бесшумно и быстро. Натюрлих! Полис, Полис, говорят дети подземелья. Если вы слышите это сообщение, наша станция пала и захвачена мутантами. Тот, кто отправляет этот сигнал, последний выживший. Все, кто прикрывал эвакуирующихся гражданских, погибли. Вы должны обрушить туннели. Гермозатвор не задержит их надолго. Это был командир Максим Комаров. Конец сеанса. Связи.
вражеский шпион! Не дайте ему сбежать! Мы теряем людей!